Стратегическая академическая единица «Эконефть» Казанского федерального университета уже приступила к работе в нынешнем году. Научно-исследовательская лаборатория «Высокопроизводительные распределенные системы» начала деятельность по проекту повышения эффективности добычи нефти, математическое моделирование многофазной многокомпонентной неизотермической фильтрации в деформируемых пористых средах. Чем конкретно занимаемся мы в САЕ «Эконефть»? Мы занимаемся моделированием процессов разработки, в том числе и сложных процессов разработки месторождений с трудноизвлекаемыми запасами. Мы рассчитываем объем закачки пара, изменение температуры, изменение давления, соответственно, изменение, как следствие, энергетического состояния залежи. Исследования ведутся в двух направлениях – моделированием конкретных нефтяных источников и построением универсальной модели и программного комплекса, который будет ее реализовывать. У нас есть своя геомеханическая лаборатория, и по результатам вот этих лабораторных исследований по анализу скважин, которые уже проборены, мы, соответственно, сейчас можем выдавать рекомендации, как пробурить скважину, чтобы избежать осложнений, потому что осложнение на скважине – это катастрофически дорогая вещь. На данный момент ведется подготовительный этап. На нем удалось определить наиболее перспективный вектор для исследований. Сейчас идет поиск модели, которая объединила бы в себе химические, тепловые и механические процессы. Это общая тенденция, все работают с этими моделями, все понимают, что модели, они не идеальны, но, в принципе, да, прогнозная способность модели, она достаточно велика. Каждый процесс описывается своим набором уравнений. Первые результаты планируется получить спустя полгода. После математической модели ученые займутся численной схемой. На основе численной модели гидродинамической мы можем получить текущее состояние залежи на любой момент разработки. И имея текущее состояние залежи, имея так называемую адаптированную, то есть настроенную на текущее состояние модель, мы можем считать прогноз. В результате ученые представят программный продукт, предназначенный для расчетов. Научный код будет принимать конфигурацию пласта, его свойства и выдавать данные для средств визуализации. В дальнейшем для параметрического наполнения и верификации необходимы будут и усилия геологов. Модель будет сверена с реальными скважинами и после доработана. С точки зрения несостыковки с моделью, если у нас скважина показывает какие-то отличия от того, что мы смоделировали, да, то опять же модель просто уточняется по результатам этой скважины. И, соответственно, уже на уточненной модели пересчитывается прогноз. Такие исследования обеспечат нефтяные компании теоретическим изучением их работы. Это ускорит добычу нефти и снизит финансовые затраты. Артём Тупичкин, Универньюз.